Руслан Шарибаев – бизнесмен начинающий. Много лет был наемным работником, но это молодому человеку надоело. К бизнесу, говорит молодой человек, решил подойти по-умному. Сначала изучить теорию, подкопить денег, а уже после заняться работой. Одна из площадок, где можно найти ответы, это Атамикен. Это бизнес Бастау, где можно получить общую квалификацию, общие базовые знания. Важно знать, чего ты хочешь. И придя сюда, ты можешь понять, как ты можешь этого добиться. Помимо того, что Атамикен, вот площадка бизнес Бастау, она дает базовые знания, она дает возможность взять кредит под низкие проценты и запуститься. Помимо стартовой площадки, Нурислам Шарибаев стал участником проекта «Деловые связи». Уже открыл свое ИП и, как говорится, рвется в бой. Реализовывать проекты, зарабатывать деньги и быть сам себе начальником. И таких молодых людей, говорят в Центре обслуживания предпринимателей в области, много. С каждым годом участники обучающих семинаров молодеют. Идей много, зачастую очень интересных и реальных. Поэтому Нацпалата запустила проект «Школа молодого предпринимателя». Курс обучения представляет там из себя неделю занятий. То есть за эту неделю слушатели также составляют с помощью бизнес-тренеров бизнес-планы. Вот. Приглашаются на обучение различные специалисты из тех структур государственных органов, которые были бы интересны начинающему предпринимателю. Ну, в первую очередь, это, конечно, вопросы, которые касаются налогообложения, да, каких-то бухгалтерских вещей, то, с чем обязательно сталкивается молодой предприниматель в самом начале своей деятельности. После обучения кто-то из слушателей претендует на льготный кредит, кто-то сам находит стартовый капитал. Но в Центр обслуживания предпринимателей дорогу не забывают, потому что здесь вести проект помогают и дальше, на безвозмездной основе. Касается это и налоговой, и бухгалтерской отчетности, а также юридической поддержки бизнесменов. Диара Ахмечен, Ярослава Богатырева, РТН.